Однажды Эдвард стоял в депо. Он жил там с другими паровозами. Все они были больше Эдварда и очень этим кичились. «Машинист тебя больше не выберет», — говорил Гордон. «Ему нужны сильные паровозы, такие, как мы». Но машинисту и кочегару было жаль Эдварда. «Не хочешь ли сегодня прокатиться?» «Да, с удовольствием», — сказал Эдвард. Они разожгли огонь, развели пары, и Эдвард поехал. Остальные паровозы были недовольны тем, что их оставили в депо. Эдвард работал целый день. Вагоны решили, что он очень добр, а машинист был доволен. «Завтра я снова поеду», — сказал Эдвард вечером другим паровозом. «Что скажете?» Но он так и не услышал их мнения. Он был так счастлив и так устал, что заснул.